Добро пожаловать на конкурс лучших артиллерийских расчетов «Мастера артиллерийского огня» в рамках Международных армейских игр 2015. Международному турниру предшествуют соревнования в соединениях в воинских частях, окружные и всеармейские состязания. Конкурс пройдет в два этапа – индивидуальная гонка и эстафета. В ходе движения по дистанции участникам предстоит преодолеть различные препятствия, отразить внезапное нападение, стрельбой из РПГ-7 уничтожить танки, выполнить стрельбу по мишеням, имитирующую живую силу и бронетехнику на различных дальностях. Для решения задач будут использованы армейские тягачи «Урал», минометные комплексы 2С-12 «Сами», ручные гранатометы РПГ-7. Иностранные участники смогут состязаться как на нашей, так и на своей технике при условии соответствия российским параметрам. Мастера артиллерийского огня 2015. 9 и 10 августа. За нашу Родину. Огонь! Огонь!